Разрешите представить вам нашу компанию Cryogenic & Vacuum Systems из Венспилса. Мы были основаны в 2014 году группой инженеров для того, чтобы заниматься криогенной и вакуумной техникой и создавать наукоемкие приборы. Цель нашей компании сейчас – это развитие криогенного и вакуумного оборудования, создание оборудования для лиофильной сушки, создание оборудования для испытаний в условиях космического пространства и другого научного оборудования. Одним из основных направлений нашей деятельности является производство продукции для аэрокосмической промышленности. И прежде всего, это проекты, связанные с разработкой мобильного симулятора космического пространства. Сейчас, с развитием космического рынка, очень много компаний хотелось бы поучаствовать в космическом рынке. Появилось очень много космических стартапов, очень много университетских команд. И всем им надо свою продукцию довести до конечного потребителя, то есть до космического рынка. Для этого необходимо подтвердить ее качество путем испытаний в условиях имитации космического пространства. Поэтому одной из наших главных разработок является разработка мобильного симулятора космического пространства. В 2017 году мы получили за эту идею приз Horizon 2020, а в 2018 году мы получили от Еврокомиссии Seal of Excellence за развитие этой идеи, а после чего мы создали вместе с Рижским техническим университетом ERAF-проект «Метаморфозис» по созданию прототипа мобильного симулятора, который будет поставлять эту услугу прямо на предприятия, заинтересованные в развитии космической техники. Одним из проектов, который мы сейчас реализуем вместе с Венспилской аутсколой и Валскокнескимиес институтом из Риги, является разработка системы контроля свойств тепловой изоляции баков с жидким водородом ракеты-носителя «Ариан-6», где основными двигателями будут двигатели на жидком кислороде и водороде. Очень серьезная проблема – это проблема тепловой изоляции баков с жидким водородом. Разработки Валскокнескимиес института – это разработки вот этого полиуретана, который будет использован Европейским космическим агентством и фирмой Airbus Defence and Space при производстве этой ракеты. Но наша задача теперь доказать его качество, подтвердить его характеристики в реальных условиях эксплуатации. Для этого мы делаем вот эту установку, которой будет произведены испытания теплофизических свойств и прежде всего теплопроводности вот этого полиуретана в условиях температур жидкого водорода и наполнения гелием, что подтвердит его работоспособность как материала для теплоизоляции баков с жидким водородом. Одним из направлений нашей работы является также создание высоковакуумного технологического оборудования для компаний Baltic Scientific Instruments и других высокотехнологичных компаний Латвии. Вот в частности здесь вы видите высоковакуумные посты, которые применяются в технологических изделиях Baltic Scientific Instruments, сделанных для Евроатома и работающих почти на всех атомных электростанциях в мире. Мы приглашаем к сотрудничеству сельскохозяйственных производителей, заинтересованных в развитии рынков сбыта своих продуктов, потому что переход, например, от технологии теплой сушки к технологии лиофильной сушки – это переход от продукта, который не сохраняет своих внутренних качеств и не сохраняет полезных веществ, к продукту, который полностью сохраняет все полезные вещества, которые были заложены природой в лесной ягоде, в фрукте, в овощах. Для небольших сельскохозяйственных производителей мы готовы оказать консультации и по рецептуре продуктов, которые перерабатываются. Очень большую помощь многим производителям сельхозпродукции оказывают бизнес-инкубаторы ЛИА, Министерство сельского хозяйства. Мы производим установки самого разного назначения и самого разного объема. Мы можем произвести установки для дома на 2 килограмма переработанной продукции, а можем произвести большую установку на 100 килограмм, на 200 килограмм для большого хозяйства. Вот это установки на 5-7 килограмм, предназначенные для небольших фермерских хозяйств. Мы приглашаем к сотрудничеству молодых ученых и инженеров. Мы в ближайшее время объявим конкурс на замещение вакантных научных должностей и опубликуем это объявление. И всем,
кто заинтересован в участии в нашей работе, мы просим, так сказать, участвовать в этом конкурсе и готовы их принять на работу.